Бля, как все через жопу, это капец. Ну просто через не хочу, блядь. Ну через не могу, блядь. Ну реально, ну это пиздец просто. Ну это просто пиздец, блядь. Иди нахуй, ББХ пробил, блядь, чертила. Ну просто, блядь, пиздец нахуй. Ну что так все тяжело, блядь? Ну нормальный же танк, ну и у меня идет игра, шла же, блядь. В начале 5К было за 4 боя. Ну что я в 2К сосу, как лошара, блядь? Ну что, сука? Ну неужели танк хуёвый? Ну нет, я не чувствую проблемы. Ну не чувствую. Ну меня ебут, но я не чувствую проблемы танка. Ну не чувствую, сука. Но меня ебут. Я не понимаю, блядь. Ну он не противный, ну нету поджогов. Вроде бы танкует, но сосу. Ну не могу, блядь. В чем проблема, сука? Ну уж я лошара, не умею играть, блядь. Может ты так? Да я хуй знает, блядь. Ну я запутался уже. Сука, ныл то, что, блядь, кидает на открытые карты. Ну, кинуло в город. И в городе нихуя не сделал, блядь. И в городе ноль, блядь. Ну, что за хуйня? Меня запутали, блядь. Я не понимаю. То ли говнище, то ли, блядь, нормальный, то ли, блядь, не идет, то ли я лох. Кто долбоеб? Я запутался. Кто в плюсе? Да в плюсе понятно. Лес-то, блядь. Сука, блядь. Долбоёбы, блять, ну сделайте ограничение на два танка в сетапе этих, блять, ебучих. Ну нахуй они по 6 штук в рандоме катаются, блять. Что с рандомом стало, блять? Теперь чё, в неделю, блять, не играть в нем?